Ходил проверять Кузю, покормили рыбок. Идем, Жоржик, пойдем со мной. Мирка, Марсик, обрезка, видите, везде ветки валяются. Ну, иду к двум тополям. Мира, иди быстрее. Вот смотрите, сколько. Это уже унесли, а вообще-то здесь где-то 2-3 машины обрезали веток. Очень много. Вот эти тополя большие, я их посадил, это в память о моем детстве. Когда я пошел в первый класс, то посадили 2 тополя возле моего дома. Один засох, а второй тополь. Большой вырос, он такой ветвистый был. Сейчас видите, этот тополь мы пускаем вверх, а тот был такой вот. И я на него залазил, и мы все детство провели на этом тополе. Еще, ну, в бытность тогда Хрущева, про него помню, анекдоты рассказывали. Залазили специально на тополь повыше, чтобы никто не слышал. И рассказывали такие анекдоты про него, про правительство. Ну, какие были анекдоты в первом классе у нас? Всякие смешные. Про кукурузу тогда. Помнит кто-то, может быть, Хрущева, как он любил сажать кукурузу. И даже его на Марсе заметили, что он там сажал кукурузу. Ну вот мы про это и рассказывали. Вот видите, какие ветки срезают. Вон идет Сережа, Игорек. Ну что, еще осталось или уже все с тополем? Нет. Еще только начали, да? Я сейчас поворачиваю. А эту не надо трогать, она вот отсюда вообще классная. Вот эту, да? Ну, как три тополя на плющихе. Ну вот, вот я что и хотел, да, смотри. И небо стало видно. Прям чудесненько. Вот что и требовалось доказать. Все, завершена обрезка. Только тополей. А еще предстоит много-много чего обрезать. Ну, я имею в виду, что у евреев там тоже обрезание. Они делают. А мы деревья обрезаем. Кому что? Вот он, перерывчик. О! Что, у вас нету ничего покушать, да? Нет. Кроме сигарет. Сидели. Смотрели. А только я достал камеру, подошел. И все. А подходил, они же все трое были на лежачке с вами. Марсюха, иди. А то, знаешь, он подумает, что вот начальник подошел, сейчас увидит, что я бездействую. И быстренько стал делать вид, что он работает. Ну что, перекурите и тогда еще докончите, да? Ну да. Ну сегодня хоть не жарко. Сегодня день хороший. Серега пока носит ветки. Вот сразу другой вид. Сразу же все прям стало. И небо видно. И здесь была ветка. Вот. Брали. И даже вот на этом месте она росла, да? Здесь сосенки подстригли. О, сразу вид другой. Сейчас я пройдусь. Ну сейчас перекуривайте пока, я пройду. Подойду сейчас, решим. Да, в саду навели очень много работы. Каждое дерево надо подстричь. Сереж, а вот это вот еще тоже, глянь, ветка вот. Вы просто не дошли до него, да? А, она осталась. Да, его вообще не трогали. Вот та ветка. Я вижу. Все, вот она и упирается, видишь, березу. Все, тогда ее тоже не забыть. Не, я вижу, что не трогали. Я думаю, просто забыли веточку. Ну что, где там? Наша команда. Возвращаюсь я. Обошел. И рыбу кормили. И Кузю гоняли. И собачек вот выводил. Иду всегда на огород. Я всегда любуюсь. Вот Виктория. Здесь тут как посадить что-нибудь, и у нее такое все потом вырастает. Вот он, смотрите. Это ж будущий цветок. Красивейший, просто. Вот поверьте мне, я не знаю, как он называется, даже по листикам
уже можно понять, что это будет что-то супер красивое. А что? Ну, вот время покажет, что здесь будет.